Всем привет! Сегодня я хочу показать вам новый прототип робота уже с тремя двигателями. Вообще-то я не собирался его показывать, но сегодня я оказался в теннисном клубе «Метеорит», и результат меня настолько впечатлил, что я решил с вами сегодня поделиться в коротеньком ролике и показать, что на сегодня сделано с этим прототипом. Прототип, как обычно, имеет поворачивающийся ствол, но уже с тремя двигателями. Это дает возможность использовать любое вращение, не только верхнее и нижнее, но и боковое. В то же время сохраняются те же самые углы поворота ствола и углы обстрела ствола по длине. Пусть вас не смущает висящие провода и электроника, это все временно, это всего лишь опыты. Система из трех моторов позволяет задавать абсолютно любое вращение с абсолютно любым углом. Как вы видите, вверху на диаграмке появился такой, вроде бы как часы такие, со синей стрелкой. Синяя стрелка показывает направление вращения мяча. Всего 18 зон, вы можете выбрать любой из этих углов, и это действительно будет реальный угол вращения мяча. Сейчас имитируется просто топс или накат, когда мяч вращается сверху вниз. Давайте попробуем боковое левое вращение. Мяч вращается справа налево. При отскоке мяч будет отскакивать влево. Добавим немножко скорости выстрела. И, как вы видите, мяч уходит влево после отскока. Повернем ствол вправо, так будет немножко нагляднее. Вы видите, что мяч идет по дуге и все равно уходит влево за ствол. Здесь дальше показано нижнее левое вращение, угол примерно 45 градусов вниз. Как видите, мяч уже не так сильно отскакивает вправо, поскольку угол направления мяча изменился. Это был короткий ролик, я продолжу работу над роботом. Вскоре я покажу вам более полную версию этого прототипа.